Китайский старшеклассник, заразившийся коронавирусом, описал в одной из соцсетей каждый день своей болезни и счастливое выздоровление. Сейчас, когда я пишу эти строки, мои анализы уже дважды пришли чистыми. В результатах так и написано: коронавирус, ответ отрицательный. Это означает, что я больше не болен. Я официально считаюсь выздоровевшим от пневмонии, вызванной коронавирусом. Мой организм справился с инфекцией, и теперь я могу поделиться пережитым. Надеюсь, мой опыт поможет другим больным. 17 января. Мне внезапно стало плохо на уроке иностранного языка. Я почувствовал, что поднялась температура, но в школе не было термометра. Сначала я подумал, ничего страшного, ведь у некоторых ребят тоже на днях был жар. Но все прошло само собой, и оказалось банальной простудой. Моя школа и дом находятся в районе, пораженном эпидемией. Более того, я живу недалеко от рынка Южный Китай, откуда все началось. Но я никогда не приближался к этому рынку. И тут я совершил свою первую ошибку. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, начал лечиться народными средствами. Потом выяснил, что это было не только бесполезно, но и вредно. 21 января. К полудню на уроках мне стало совсем плохо. Все тело ломило, и я позвонил папе. Он понял, что тут что-то не так, и посоветовал мне поехать домой. В тот же вечер мне померили дома температуру. Она была не слишком высокой, но все тело болело. Мама сказала, что надо ехать в больницу, но я не хотел. И родители разрешили подождать еще. В 23:00 я не выдержал, и мы поехали в больницу. Там было много народа. Я впервые увидел врачей в защитных костюмах. Обстановка была очень неприятной. Очередь в приемном покое была огромная, и мы решили поехать в соседнюю больницу, специализирующуюся на легочных болезнях. Это решение оказалось правильным. В приемном покое мне сделали анализ крови, компьютерную томографию и биохимический анализ для проверки печени. Результаты поступили той же ночью. В нижних долях легких нашли очаги воспаления. Мне дали лекарства для приема и выписали. 25 января. В последние дни у меня усилился кашель. Появилась мокрота. Кашлять было тяжело. Я снова поехал в больницу. Обследование показало, что мое состояние ухудшилось. Воспаление охватило легкие полностью, а уровень С-реактивного белка, CRP, индикатор воспалительных процессов, повысился до 40 мг на литр, норма до 1 мг на литр. Врач поставил мне капельницу. 26 января. Сегодня мне было очень-очень плохо. Температура подскочила выше 39 градусов. Дополнительные обследования показали, что болезнь быстро прогрессирует. Но мне повезло. Вечером температура понизилась, и меня выписали домой с условием, что я буду находиться в изоляции в своей комнате. Родители обратились за помощью к знакомым и врачам. 28 января. Мне плохо. Лекарства, которые прописали в больнице, вызывают сильные побочные эффекты, понос и рвоту. Мы обратились в больницу, там велели сменить препараты. Но есть и хорошие новости. Анализы показали, что мое состояние улучшается. 29 января. У нас в доме паника. У брата повысилась температура. Он начал кашлять и поехал обследоваться в больницу. У бабушки тоже поднялась температура. В больнице нас ждали новости. Оказывается, всем больным коронавирусом проводят бесплатный 5-дневный курс лечения лекарствами от СПИДа. Мои родственники тоже стали их принимать. Отец порекомендовал мне принимать коктейль от ВИЧ из 3 лекарств. Я начал его принимать. И температура тотчас прошла, но побочные эффекты полностью не исчезли. Живот продолжало пучить. 1 февраля. Ура, мне лучше. И анализы подтверждают это. Улучшилось состояние нижних долей легких. Кашель стал менее мучительным, а показатели анализов вернулись в норму. Самое тяжелое осталось позади. Моего брата обследовали и официально признали зараженным коронавирусом. 4 февраля. Сегодня радостные новости. Компьютерная томография показала, что состояние легких продолжает улучшаться. Кашель прошел. Обследование обошлось в 150 юаней.
примерно 1600 рублей. 6 февраля пришли результаты повторных анализов. Результат опять был отрицательным. Коронавирус исчез, и меня объявили здоровым. От начала болезни до выздоровления прошло 20 дней. Я не лечился в больнице, ни на каком этапе болезни. У брата состояние тоже улучшилось, а у бабушки понизилась температура. Правда, мы немного перепугались, когда температура поднялась у мамы. Однако через несколько дней все прошло само собой. Заражение подозревали у 4 членов нашей семьи, но только у 2 оно подтвердилось. Остальные здоровы. Я тоже уже не болею. Чего и желаю всем вам. Подпишись, ставь лайк и нажимай на колокольчик. Дальше только интересней.